что, нажать кнопочку, да, вызвать охранника, да? Это вам руководство. Кого-нибудь руководство пригласить, пожалуйста. А что это происходит? Пригласите руководство или кто уполномочен разговаривать? Что такое? Пригласите. Убирайте это все. Руководство пригласите. Убирайте это все. Что за бардак? Вы слышите нас? Убирайте это все. Руководство пригласите, пожалуйста. Кого именно? Любого, кто уполномочен. Уполномочен чего? Зачем вы пихаете это? Пригласите кого-нибудь представителя фирмы. Какой фирмы и кого? Любой. Кузнецкого Южного. Кого именно? Любого. Директора, сотрудника, заместителя. Заместителя, начальника отдела, любого человека. По какому вопросу? Вот именно поэтому вы объясните, почему здесь находится данный вот это вот. Ну, мы ждем. Сейчас придумаем. Пригласитель выйдет. Вы пригласили руководителя? А что вы у нас? Представьтесь, пожалуйста. Не обязан. Кто из руководства разреза Кузнецкий Южный нам не вышел, мы через СМИ передаем вот руководству разреза, да, что мы привезли для вас ваши отходы, просим вас самих убрать то, что вы натворили. Точнее, это и будет. То, что там осталось, это только часть. Да. Да, это часть и это начало. Если не будет с их стороны никаких действий, будут действия с нашей стороны.